С выставки достижений народного творчества началась всероссийская акция «Ночь в музее». Представители творческого течения показали свои работы. Но горожане могли не только увидеть произведения искусства и приобрести их, а также научиться самим плести из бисера или вязать сумки. Мастер-классы проводят опытные мастера. Вот, к примеру, Нина Михайлова занимается вязанием уже 62 года. Вот и детская поделка была очень неудачная, которую многократно приходилось распускать, перевязывать, потому что с нитками были проблемы, родители не давали много ниток, дали моточек. Вот я его и использовала. Внимание к себе привлекли и кузнецы, которые чеканили монеты с разнообразной гравировкой. Так, следующая монета будет 70 лет Победы, посвященной нашим дедам, за то, что они нас... Голубое небо над головами. Спасибо деду за победу. Новшество этого года – бельевая веревка, на которую с помощью прищепки любой желающий мог повесить свой самый любимый распечатанный снимок. Мне вообще очень нравится мероприятие, которое проводится, особенно, пусть это будет всероссийская акция, что наш маленький город тоже приобщился к этой акции. Я на самом деле посещаю «Ночь в музее» уже третий год, и как бы каждый раз музей удивляет чем-то новым. То есть ярмарка была и в том году, но служка фотографий в этом году это новшество для музея, и она показывает наш новый уровень для нашего города, потому что это новый проект, и люди будут приобщаться к фотографии, к красоте, и тем более выставлены в работы о красоте нашего края. Но уже вечером для посетителей открылись двери музея. Любой нижнекамец мог посетить залы хранилища истории. Столько людей музей не принимал уже давно. Очень хорошо. Частенько проводили такое. Очень понравилось все. Военные воспоминания вот эти все. Во многих городах я был, путешествовал, когда по России и так далее. Везде очень часто стараюсь бывать на таких мероприятиях, мне здесь очень нравится. Стараюсь попробовать все и по максимуму. Здесь очень много интересного, много познавательного. Мы посмотрели, узнали. Вот Даша у нас позвала меня сюда. Да, очень-очень интересно посмотреть. Это познавательно очень. Смотрим музеи, разные экспонаты. Ну вот, все такое же. Ну и хочу пожелать всем приходить в музеи, смотреть их. Заметно, что в этом году акция «Ночь в музее» собрала куда больше народа, чем в прошлые годы. И у организаторов впереди есть целый год, чтобы придумать нечто такое, чтобы люди начали посещать городской музей. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.